Дорогие друзья, я счастлив, что имею возможность поздравить участников войны, ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы. Это такой великий день, что он не может забыть не только теми людьми, которые пережили, так сказать, вот сами все эти и трагические, и счастливые, и победные дни, но этот великий праздник для всего нашего русского народа, потому что эта победа, она дала жизнь нашему государству, продолжение его жизни и дальше. И мы сейчас и живы только благодаря тому, что вот вы, ветераны войны, участники этой победы, что вы сохранили нашу страну для всех последующих поколений. Хвала и честь вам, огромное вам спасибо, низкий земной поклон.